точно сега се взимат. И давайте посмотрим на скока от Бистра. Наскоко продължително ходите. Наскоко интересно е видим борьбу в этом финале. Поддается так сказать панике, пытается переломить вот этот натиск, пытался сейчас сделать несколько таких убийств, вот это все интересное, что не надо делать обратную катагорию, работа ногами, пытается практически выполнить практически действия. Thank you.
изключение или към тези спортсмени са на тренировка. Не было плотного захвата, поэтому спортсмену следу попало в укол. Опасное положение. Ну что же, вот еще один финальный поединок, который идет в дополнительное время. Посмотрим, насколько долго. Попытка провести сектор живота, но она уже бросается в исполнении. Thank you.
близък до с Нико в традици Мора Пеленаги, скалия. Като на това скажа и съвсем контактуално. Китай се е съвъртен, но пока не е резултата. Продолжение следует...
историята само вито националната единица, която България е възможността.
човек, една атака с страна от Гудейска в спорта академица СК. Едно от последните хора, каких атак проведет. Така таким образом он смешно одно хиба для себя заработать, который будет дано Гудейску из клуба Топалов. Посмотрим, насколько это все может реализоваться. 22 минута. Вот здесь вот очень близко было к Вазари. Но сейчас просто какой-то был подпор. Оценки нету за техническое действие. Ну что же, продолжаем смотреть марафон. Ну, все меньше и меньше. Я думаю, что скоро уже будет совсем рисковать Гудейску. И вот этот лотерист. Мы увидим с вами. И это будет, наверное, уже. Это уже более плотные борьбы. Сейчас уже можно давать чудо, конечно же. Чудо, Гудейску, скорее всего, создадут к красной повязке. Все вот эти вот предупреждения, замечания можно было давать, конечно, еще раньше. Потому что так доводить поединок 30 минут, ну, нет большого смысла. Так можно бороться и 3 часа, как говорится. Для детского возраста это, конечно, не совсем хорошо. Почти 25 минут. И пока нету. Антонио Николу Солоненко, Топалов.